Сезон 2023 – вызов для каждого из вас. Год, в котором надо было решить самую тяжелую задачу. В нем было все – победы, травмы, обидные поражения. Команде Вадима Скрипченко, я даже не знаю, что здесь сказать. Никому не было легко, эмоции переполняли, а цель иногда казалась недостижимой. Этот сезон был одним из самых сложных, но вы это сделали. Вы убедили всех, что можете преодолеть любые преграды и идти к своей мечте. Ваш труд и командная работа радовали нас с трибун стадиона. Вы всегда шли до конца, радуя свои семьи, друзей и болельщиков. Каждый матч вы выходили и доказывали, что никто и ничто не помешает вам прийти к заветной цели. Мы видели эти усилия каждый день и с каждым днем гордились все больше и больше. Нам осталось сказать самое главное. Вы выиграли! Динамо Минский Динамо! Мы вами всеми очень гордимся. Теперь все знают, что самый сильный – бело-синий. Этот день всегда будет вписан в историю белорусского футбола и Минского Динамо. Спасибо за праздник, которого болельщики и клуб ждали целых 19 лет. С долгожданным золотом. Сегодня наш город, и мы празднуем вашу победу. Эти медали и титул заслуженно ваши. С победой вас! Вы наши главные звезды и всегда будете для нас первыми. Вы вдохновили свои семьи и болельщиков на новые достижения. Вы – наши герои, которые никогда не сдаются. Спасибо вам за сезон. Идите вперед и никогда не останавливайтесь. А мы будем всегда рядом поддерживать вас, несмотря ни на что. Динамо! Динамо! Поздравляем футболистов, тренерский штаб, клуб и всех болельщиков. С чемпионством, динамовцы! С победой вас, наши дорогие! Поздравляем вас, парни! С чемпионством, динамовцы!